наши друзья. Мы рады приветствовать вас в нашем зале, конечно, мужчин и женщин. И вот уже наступила весна. Мы всегда ждем это время года, потому что весна, пробуждается природа, рождается новая жизнь. Распускаются почки, зеленеют листочки, весна по земле шагает. И, конечно, женщина – основа всех основ. Именно от нас, мы, женщины, даем жизнь. Мы продолжаем эту жизнь, мы дарим радость. И сегодняшняя наша программа, которая включает в себя только мастеров авторской песни, бардовские встречи на Черноморском флоте, будут дарить вам, нам эти чудесные песни, красивые стихи, посвященные женщине. И давайте не будем надолго откладывать эту встречу. И все вы знаете, что наша программа сегодня называется «С добрым утром, любимая». Именно с этой песни мы начнем сегодняшнюю программу. Я приглашаю на сцену Пискалькина Владимира Владимировича. Этот концерт «С добрым утром, любимая» сыграли бы в 19 часов. Ну, прямо было бы «С добрым утром, любимая». Но на самом деле волшебное название, придуманное Олегом Митяевым, и песня эта замечательная. И я не ошибся, когда называл так. Вот вижу, сколько людей в зале. Сама песня говорит, о чем мы сегодня будем петь. Помните, там был мотив такой? Такой мотив был, помните, да? В городке периферийном отдает весна бензин, бродит всюду замороченный народ. И редеет угла на трассы, на которой белой краской написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая, крупными буквами. Добрым утром, любимая, книжная белил. И лежит невидимая надпись «Огни маня», и словно различимая, и с окрестным светил. Ночь растает без остатка, и останется загадкой, кто писал, и будут спорить соловьи. Прекрасно видно с веток, что нарушена разметка. Им так жалко, что расстроится ГАИ. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ. Может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ. Правильно, с этой песни и надо было начинать. Вообще, именно нам, женщинам, во все века и времена посвящались песни. Нам писали оды, стихи, поэмы. Нам объяснялись в любви, и за нас стрелялись на дуэлях. И это было во все века. А песни, какие красивые песни посвящались нам,
женщинам. Ну, давайте с вами вспомним название песен. Ну, Анастасия, Олеся, Мария. Ну, давайте еще какие. Катюша, Смуглянка. Ну, еще женские песни с женскими именами. Стюардесса по имени Жанна. Ну, и в общем. Поэтому я сейчас хочу пригласить на эту сцену члена Союза писателей, поэта, барда, автора-исполнителя, прекрасного драматурга, артиста, замечательного человека Виталия Фесенко. У него есть что сказать женщинам. И посвятить строки. Здравствуйте, дорогие севастопольцы, гости и наши молодые воины. Я хочу вас поздравить с наступлением весны. Зима, как она нас сначала не пугала, она неожиданно растворилась. И вот по этому поводу мне хотелось сказать несколько слов о крымской зиме. Зима в Крыму порою незлоблива. Пугнет морозом, севером вдохнет, снежком припудрит землю шаловливо, да пару раз покажет скользкий лед. Февраль бывает потеплее марта, а март порой нас балует снежком. Вот черные грачи давно уже на старте, весна не торопясь приходит к нам пешком. Цветет миндаль, с небес кропит водичка, от снега не осталось и следа, но тенькает невзрачная синичка, предсказывая снова холода. Еще в апреле нас морозят кучки, но ранней Пасхою обещано тепло, и вот уже ветра несут на север тучки, а в розовых садах просторно и светло. Ах, крымская зима, пародия сибирской, а мы еще броним восточные ветра. Но лишь в Крыму зима с весной сошлись так близко, что кажется у них любовь, а не борьба. Я вижу в зале много людей, которые, так сказать, близки мне по возрасту. Я и моя сестра – это дети войны. И вот моей сестре я посвятил стихотворение, которое, я думаю, будет приятно и полезно послушать вам. «Возрождение». Это Элеоноре Федоровне. «Возрождение». «И снова, как с цепи, безудержно сорвусь из белого стиха в рифмованные ямбы». За сонеты херсонецкие примусь. Еще вчера я не поверил в это сам бы. И тянет вновь извлечь из слова смысл, преодолеть ограничений строгих форму и на концах словесных коромысл стихи возмущать, подобно шторму, и выпить даль морскую, как вино, взлететь над дверью, оперясь крылами, как глину жизнь свою взмесить руками и воплотить, что Богом суждено. И удивляясь возрождению не старее, цветение весны опять встречать мальчишкой и упиваться ею, как любимой книжкой, и снова сердцем и душою не стареть. Будьте здоровы и молоды! Спасибо. Ну, дружные аплодисменты говорят о том, что стихи замечательные, посвящение прекрасное. Лауреат, победитель фестивалей и конкурсов «Бардовские встречи на Черноморском флоте» Сергей Шуробура. У него свои красивые песни, посвященные опять же нам, женщинам. Добрый день. С этим замечательным весенним утром, с наступающим праздником женщин.
Песня «Настроение». Улыбалось солнышко весеннее, городу теплому, где уже с него лучами первыми просыпаюсь не спеша, покидая выси поднебесные, крыльями хлопая, после сновидений в тело бренное возвращается душа. Весенним ароматом из окна повеяло, а с юга дует легкий теплый ветерок, и утренний туман почти рассеялся, лишь кое-где еще в тени дымок. Теплее с каждым днем становится на улице, трава зеленая, как шелковый ковер, и люди солнышку подмигивая жмурятся, и оживает каждый двор. Улыбалось солнышко лучистое городу светлому, осыпая улочки тенистые блеском утренней зари, искрами играя золотистыми. Лучики смелые вспыхивают огоньками чистыми хитрой солнечной игры. Повсюду почки на деревьях распускаются, цветочный запах кружит голову пьяня, и даже камешек холодный просыпается на солнце, чтоб погреться так же, как и я. И снова девочки мальчишкам очень нравятся, и снова сердце замирает вдруг. Весна по городу волной широкой катится, и расцветает все вокруг. Улыбалось солнышко веселое городу доброму, разукрашивая лица сонные только в яркие цвета. Грустное весной уходит в прошлое, и это так здорово, начиная жизнь теперь по-новому, будет все совсем не так. Весной в жизни как будто бы вне времени, еще не лето, но уже и не зима. Пьянит весна и отрезвляет одновременно, лишая разума и сна. Душа моя от чувств переполняется, природа радуется ласковой весне. Все оживает, расцветает, улыбается, и я летаю, как во сне. И я летаю, как во сне. И я летаю, как во сне. Я не услышала, правда, хороших аплодисментов. Спасибо. И сейчас на эту сцену я приглашу настоящего офицера, боевого офицера, подводника, который избороздил моря и океаны, правда, на глубине, но никогда не расставался с гитарой и прекрасные стихи и песни о военной службе, о море, о родине, о доме, ну и, конечно, о женщине, о любви. Итак, приглашаю на эту сцену Евгений Силин. Он участник тоже многих фестивалей и конкурсов авторской бардовской песни. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Приятно
выступать и легко выступать, когда замечательные слова сказаны. Это все обо мне было, да? Вот. Все сказано, поэтому сразу приходи и микрофон. К микрофону и вперед. Ну, мы не видим, что на улице еще день, а песня буду про вечер. Ну и поскольку весна, то, конечно, подснежники будут звучать. Спасибо. Слышно, да? Гитара слышно. Синие сумерки спят за окном, вечером хмурится бровь. Стало безусловно понятно одно: дружбу сменила любовь. Время и ветры все пронесли, чем мы могли дорожить. Юность и ранние годы прошли, их никогда не забыть. Упадет далекая звезда, догорев, угаснет яркий свет. Так уходят годы навсегда, в памяти оставив первый след. Рядом с тобою вдаль мы пойдем, пусть улетают года. Нашу любовь, как мечту, пронесем и сохраним навсегда. Когда на землю вечерний порой солнце лучи разольет, белых подснежников первый букет в косы твои заплетет. Упадет далекая звезда, догорев, угаснет яркий свет. Так уходят годы навсегда, в памяти оставив первый след. Песен об Анапе, потому что я коренной анапчанин. Пустынный пляж вдвоем, рассвет далек. Идем мы в свое счастье босиком, волна ласкает ступни наших ног и лижет след наш теплым языком. Ушло вчерашнее, будущего нет. Мы в невесомости на грани торжествуя, лишь только ты и этот лунный свет и вкус соленых теплых поцелуев. Как коротка и сладка эта ночь, и нам ее вовеки не забыть. А мы идем все дальше от рассвета, пытаясь хоть чуть-чуть ее продлить. Но солнце луч догнал нас и кольнул, нам обогнать его никто не смог помочь. Лукавый месяц нам игриво подмигнул и в тишину небес умчался прочь. Пустынный пляж вдвоем, рассвет далек. Идем мы в свое счастье босиком, волна ласкает ступни наших ног, и лежит след наш темным языком. Спасибо, ваше благословение. С наступающим праздником, красавицы наши, жены, женщины.
праздником наступает. Евгений Васильевич, Женечка, спасибо большое, спасибо. Ну, до сих пор были мужчины на сцене, а я сейчас хочу пригласить на эту сцену женщину. Не просто женщину, педагога, преподавателя, которая много лет преподавала в Черноморском высшем военно-морском училище имени Павла Степановича Нахимова. Такой страшный предмет, как начертательная геометрия. Для меня это вообще высшее такое. Ну, ребята, которые сидят в зале, курсанты, знают, что это такое. Итак, я приглашаю Ольгу Яковлеву. Спасибо. Пожалуйста, Оля, я уступаю вам место. Спасибо, Людмила. Ну, ребята, если здесь курсанты, мне так не видно сквозь свет, то курс лекций по начертательной геометрии, простите меня, это мой сборник задач, там вот эти все ужасы тоже. Ну, я всех в зале хочу поздравить с весной. Весна – это возрождение. И пусть она у нас будет счастлива. На обновление, на хорошие, добрые дни и встречи. И хорошую, светлую память. Вот я сегодня хочу спеть две песни. Одна – женское представление о счастье, а другая – мужское представление о нашем счастье. И вот первая песня – это песня новеллы Матвеевой. Наверное, ее многие знают. Она называется «Песня девушки из товарни». И когда мужчины говорят, где найти таких женщин, которые вот так любят? Да мы все так любим, потому что иногда нам нравится любить образ. И это, ну, светлее, а может даже менее хлопотно. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. А если ты уходил в другой, или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты мчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Боже мой, сама вдова, туфли новые.
Что-то будет, что-то будет. Вдруг раздастся в двери стук. Подбежит она и встретит. И надеется, что вдруг, все надеется, что вдруг, может, кто-нибудь приедет. Ставит баба самовар. Может, кто-нибудь приедет. Он не молод и не стар, и по выправке гусар. Позавидуют соседи. Ну, счастья вам! Спасибо, спасибо, Ольга Яковлева. И сейчас место у микрофона занимает Валерий Вербицкий, замечательный поэт-исполнитель, член жюри фестиваля-конкурса «Бардовские встречи на Черноморском флоте». Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям по поводу предстоящего женского праздника. Ну, наверное, любви. Юноморец.
приглашаю вас 7 апреля на мой сольный концерт в Доме офицеров. Будет проходить в 18:00. Приходите, я думаю, будет интересно. Мир Кинофель Сергеев Валерий. Над пропастью во ржи меня останови и поделись со мной своим верой в то, что исчезнет день безумно серый и что настанет день моей любви. И в час ночной, когда все двери так глухи, ты поделись со мной своей надеждой, что есть друзья, которые, как прежде, придут ко мне, чтобы читать стихи. С этой болью, чтобы потом сначала все начать. И, может быть, тогда, постигнув жизни суть, я вдруг пойму свое предназначение среди вечных звезд безмолвного кочевья над пропастью во ржи. Кого-нибудь спасу. Я приглашаю еще одного члена жюри фестиваля конкурса «Бардовские встречи на Черноморском флоте», поэта, журналиста, автора-исполнителя Владимира Губанова. Авантюристы, Бристольский парус, гафели и скиля, литой форштевень и высокий борт. Чем нас купила шумная стихия, чем завлекла в глухой водоворот, толкнув плечом ворота Гибралтара, у нас иначе не заведено. Бег
колесницы древнего Икара мы запрягли в тугое полотно. Бег колесницы древнего Икара мы запрягли в тугое полотно. Куда несем штандарты горделиво, куда и где укроют нас они? На сквозняке туманного пролива, в тугом кольце ледовой западни. Но не туман, дымы пороховые подпишут кровью выведенный счет. Над нами пляшут волны круговые, и альбатрос прощальную поет. Над нами пляшут волны круговые, и альбатрос прощальную поет. Пойдут ва-банк другие капитаны, их не отвадить, не остановить. Пока им снятся пальмовые страны, на этом гребне не переломить. Кто в переулке Гриновского лиса услышит хрип вилоновских стихов, тот различит в огнях Вальпараиса орлиный профиль наших парусов. Кто в переулке Гриновского лиса услышит хрип вилоновских стихов, тот различит в огнях Вальпараиса орлиный профиль наших парусов. Живем под колпаком полярной ночи, затертые снегами на века. Разгадываем тайны многоточий, посланий, что летят с материка. Нетрепетные снасти бригантины, нерадужные блики парусов, винты радиоактивной субмарины несут нас от ледовых берегов. Винты радиоактивной субмарины несут нас от ледовых берегов. Всегда на нерастраченном пределе, в любви на расставании легки, подводные листаем параллели, в отсеках из титановой брони. И музыка торпедного затвора не заглушит забытые миры, когда на индикаторах обзора мы видим тополиные дворы. Когда на индикаторах обзора мы видим тополиные дворы. А где-то благоденствует природа, полуденные блещут небеса. У нас всегда другое время года, другие часовые пояса. Мы ледяной пучины посредине, от берега, как прежде, далеки. Несемся на урановой турбине, в отсеках из титановой брони. Несемся на урановой турбине, в отсеках из титановой брони. Спасибо, спасибо, Владимир Губанов. Дружнее аплодисменты, дорогие друзья. Ну, были мужчины. Пора к микрофону пригласить женщину. Член клуба струнной поэзии «Ахтиар» Татьяна Кудалова. Танечка, пожалуйста. Непривычно говорить «доброе утро», обычно «добрый вечер», тут «доброе утро». Ну, в общем, здравствуйте.
связной вас, милые женщины, и также мужчины, на всякий случай. Я ромашек белых соберу букет, и цветы ответят, любишь или нет. Босиком пройдусь я по степи ночной, где гуляет летом ветерок над степной. А когда наступит осень и пора, и закружит голову листья у меня игра, по знакомой тропке к лесу подойду, и в ворота сказки смело я войду. А потом завоет вьюга, не увидишь больше друга, вмиг забудешь и поймешь, что одна ты проживешь. А когда придет весна, разгоню остатки сна, ты возьми меня с собой, я хочу уйти с тобой. И тут я увидела его, а он меня. Мы посмотрели друг на друга и поняли, мы должны быть вместе. На крыльях окрыленных любви я медленно плыла к нему, а он смотрел и ждал, ждал, пока я подойду к нему. И в округе меня никого не было, только он мой единственный, любимый и неповторимый. И у него был 44-й размер, и у меня. Я подошла и купила его, мой новый гламурный костюм. Спасибо. Спасибо, спасибо, Татьяна. Место у микрофона занимает Петр Спирин. Все дожди у судьбы указательные, поверь.
сзади моя, и мотор заведу, и отчалю, и мотор заведу, и отчалю. Будет утро бодрить, как сухое вино, будет словно в тумане романса оно, будет сердце сжиматься от боли. Я промчусь по косе, как лихой катерок, и затылок погладит сырой ветерок, долетевший с Балтийского моря, долетевший с Балтийского моря. Приглашаю на эту сцену члена жюри фестиваля конкурса «Бардовские встречи на Черноморском флоте», автор и исполнитель, наш постоянный участник Сергей Шишкин. Добрый день. С праздником наступающим, дорогие женщины, и с наступившим праздником весны. Тайна, тайна это.
писал, да. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна — это ты. Песня из нашей юности, шуточная. Развеселил немножко, да? Песни такие вот уже как бы не авторские, но все равно интересны, потому что мы их слышали и в стиле такого танго, и совершенно другой стиль. Авторы пишут, ну, как говорится, как они говорят, мои стихи, моя музыка, как хочу, так и пою, так и играю. Это правильно. И я приглашаю сейчас Ирину Руденко. Ирочка, пожалуйста, выходи. Многие годы Ирина Руденко, она, собственно говоря, руководитель, наш такой вот организатор клуба струнной поэзии «Ахтиар» на протяжении многих лет. Она собирает, открывает авторов, открывает новые таланты, организовывает их. И она также председатель, член жюри фестиваля, конкурса. Ирочка, пожалуйста. Спасибо. Сказали, что нет веселых песен. Ладно, я прочитаю стишок детский. Я стала взрослой, я сама помыла уши и примеряла башмаки на каблуке. А мишку тяпки и сиреневого плюша вчера закрыла на соседнем чердаке. Я примеряла мамины браслеты, пила из рюмок папиных кефир. Соседу Кольке леденцовые конфеты я отдала, чтоб он меня любил. Пока я красила помадой свои губы, он слопал леденцы и убежал. Я поняла, что все мужчины глупы, а Колька, он обжора и нахал. А тут я сидела на работе недавно и думала, как-то эти стихи уже не актуальны. Их уже можно переделать с учетом моего возраста, но я не буду полностью читать. Я стала старой, но сама помыла уши и примеряла башмаки на каблуке. Соседу и мишку тяпку сиреневого плюша вчера отрыла на соседнем чердаке. Я примеряла дочкины браслеты, пила из внучки, ну и так далее, там кефир с молочной кухни. Вот. Ну, еще одно стихотворение прочитаю серьезное. Я обязательно вернусь, и ты меня дождешься, знаю. Я птицей белой обернусь, от взгляда теплого растаю. Тебе в окошко постучу, и ты меня накормишь хлебом.
Я в клетку так тебе хочу, но не могу расстаться с небом. Так манят звезды вдалеке, манящие облака проплыли, но крошки на твоей руке, похоже, так приворожили, что я почти в конце пути. И ни свободы не боюсь, но ты меня не торопи, я обязательно. Встречайте, встречайте. Антон Блинков. Добрый день, дорогие друзья. Наш сегодняшний концерт посвящен ожиданию праздника в честь женщин. Вот, исполню я свои произведения на эту тему, стихотворение. Сейчас, секундочку. Раны на сердце и трещины, щедро оставлены делами. Что же вы с нами наделали, девочки, девушки, женщины? Окна домов занавешены, улицы мартом укутаны. Все времена перепутаны, девочки, девушки, женщины. Слышал, что род ваш в законе равным с мужчинами признан. Где вы, горящие избы, где вы, летящие кони? Сняв очки или надев очки, в шортах или платьях атласных, вы для нас так же прекрасны. Женщины, девушки, девочки. В твоих глазах бушует море, а щеки солоны от слез. Обрывки наших горьких слов уносит в сторону прибоя, но все еще полны тобою миры моих запретных снов. Мы в этих снах в руке рука, и сказка была правда небо. В твоих глазах пылает небо. Мы вновь в избушке рыбака. Но корешки любимых книг давным-давно покрыты пылью, и ты за спину прячешь крылья, а я плавник за воротник. Ведь нынче помыслы грубы, спина изогнута в поклоне, горят узором на ладони кривые линии судьбы. А в небе тесно от стрекоз, и бриз, как пес, тебе покорен. В твоих глазах бушует море, а щеки солоны от слез. Спасибо, спасибо. Владимир Владимирович, пора на сцену. Прекрасные исполнители и авторы-исполнители. Осенний лист такой нарядный ко мне в окошко залетел. А мой
Есть, да, хорошо. Потому что
следующую песню вообще должна исполняться от женского лица. Ну, в смысле, как-то от имени женщины. Но поскольку праздник, придется ее спеть мне. А текст песни написала современная молодая поэтесса Инна Кашежева, а автор музыки почему-то остался неизвестен. Древние женщины, одетые в шкуры, по-современному ежели в меха. Древние женщины, что же вы за дуру, не сохранили матриархат. Не покомандуешь, как бывало, на поводу у мужчин иди. Их по статистике слишком мало, а нас по статистике пруд пруди. А сколько гонору, сколько клику, мол, не шути, нас один к десяти. Может быть, скоро в красную книгу они пожелают себя занести. Нет, бабоньки, все ж провали, сестра, нам нет цены, а для них нет вины. Они-то с работы идут, как с плаката, а мы-то идем, как с Троянской войны. То я не нравлюсь ему в халате, то надевай для него халат. То мы давно не бывали в МХАТе, то перестань не устраивать МХАТ. Ладно бы в слове полслова сменили, матри на патри не в том соль земли. Ладно бы кудри до плеч отпустили, а то же, простите, на убыль пошли. Не раз и не два беспокоились в прессе, видно, на то есть немало причин. Давайте же клятву дадим на конгрессе, беречь наших меньших братьев, мужчин. Антон. Антон Блинков. Надо ж подождать, пока объявят. Дорогие друзья, и снова здравствуйте. Мы близимся к замечательному финалу. Михаил Щербаков, романс. Что мне то судьбой, а что подарено? В конце концов, не все ли мне равно? Как странно все, что было бы, сударыня, печально, если б не было смешно. Я не тот, ничем не лучше всякого, ибо не так, есть краше в 10 раз, мы только одиноки одинаково, и это все, что связывает нас. Когда один из нас пойдет побежим другой и не заметит в попыхах, зачем же я пред вами как помешанный, и слезы лью, и каюсь за греха. Зачем дрожу, зачем моргаю по небу, и жду чудес, и все во мне поет. Зачем, зачем, пускай ответит кто-нибудь, конечно, если что-нибудь поймет. Простите мне, что дикий мы простужен, ворвался к вам средь зимней тишины. Не то беда, что я давно не нужен вам, беда, что вы мне тоже не нужны. И все же сама судьба с ее ударами, капризами и ранами потерь, ничто пред блеском ваших глаз, сударыня, он светит мне особенно теперь. Теперь, когда невзгоды приключаются все чаще, все смертельней бьют ветра, и кажется, что дни мои кончаются, и остаются только вечера. Сияет лишь мне, покуда не отмечен печатью лет ни сердце, ни чело. И видит Бог, сказать мне больше нечего, да больше ты не скажешь ничего.
вторую песню мы исполним более известно. Если кто владеет словами, подпевайте, прошу. Булат Шалыч Акуджава. Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета замирает у дверей, и по какой-то там красотке бьется тонкий голосок: отвези ее, возьмись, на Луару поскорей, отвези ее, возьмись, на Луару поскорей. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. А там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. Каштановые рощи, водопады и луга, и какой-то древний замок поближью нежилой, и какие-то надежды пусть утешит сама, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. А там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. Отвези ее, возница, поскорее, а не то жизнь промчится, словно птица. Неизвестно почему, что еще важнее, чем это, что еще грустнее, чем то. Отвези ее, возница, и не спрашивай, кому. Отвези ее, возница, и не спрашивай, кому. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. А там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. Дорогие друзья, и финальную песню вы точно знаете, и прошу помогать. Потихонечку пятится трава крыла. Вот
уж действительно пропасть смешна и легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать под ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Посвященные весне, женщине, всем нам. И так хочется, чтобы над нами было чистое мирное небо. И, как говорят, пусть нас радует голосом поле, небо лазурью, песни раздольем, счастья нам и весны, и любви. Всех с весной! С праздником! С наступающим, девчонки! Дорогие друзья, в 15 часов мы приглашаем вас в наш зал имени Федора Федоровича Ушакова на просмотр и обсуждение замечательного художественного фильма «Аллегро с огнем». Не дает вам поаплодировать, представляете? Все время работает реклама свою цену. С праздником, с наступающим, с наступившей весной. Вот, спасибо огромное, что пришли. Молодцы, у нас сегодня полный зал. С добрым утром, любимые!